находимся в чайной в Окунево. А чайная это как? Нет какое-то еще название? Да? Это на улице Центральная, если двигаться в сторону Яра. Яра это интересный такой красивый берег, я пока его не видел, но вот мой товарищ Игорь там уже сегодня днем успел побывать. Ну и вот здесь можно в этой чайной приобрести и покушать такие вот интересные булочки. Это булочка в Окунево. Также чай в таких вот чайничках. И получается за чайник чая и две булочки платили, по-моему, сколько? 90 рублей. 90 рублей, да, это стоит, соответственно. Ну, это Омская область, 55-й регион. Ну и сейчас можно будет обратить внимание, что я поверну камеру, то есть там есть такое сооружение, это типа как бочка. Бочка уединения, особое философское посещение в чайне. Вот я поворачиваю камеру, и можно обратить внимание, что вот такая вот золотая бочка там стоит при входе. На ней написано, что ну, там интересно побывать. Это необычное такое изобретение. Ну, это вот... Вот так вот выглядит чайная. Здесь уютная такая музыка. Интересные люди. Мы здесь находимся уже сутки. Сутки находимся, то есть в Окунево, можно сказать, сутки назад приехали. Вот, я все-таки думаю, знаешь, то, что Андрей говорит, что типа уже время прошло, это, наверное, он провоцирует и проверяет нашу терпеливость. А что? Провоцирует и проверяет нашу терпеливость, терпение. Это не надо поддаваться, если, да, знаешь, это провокация. Да. В центре расположено такое что-то вроде типа, может быть, это печка какая-то или еще что-то. Недавно здесь был праздник Перуна. Вот я думаю, что здесь было очень много людей. Но с другой стороны, сейчас здесь людей не очень много, и это хорошо, так вот уютно. Интернета здесь пока нету, практически никакая мобильная связь не ловит. Но говорят, что на выходных уже здесь делают и что здесь будет Wi-Fi.